данное время у нас очень популярна эстрадная музыка. Большинство молодых музыкантов и любителей музыки влились в эту струю. Несмотря на это, у нас есть и подлинные патриоты, которые свято чтят культуру и историю кыргызского народа. Они на чистом энтузиазме возрождают фольклорную и традиционную музыку, дошедшую до нас из глубины веков. Одним из таких замечательных коллективов является фольклорно-этнографический театр «Ордо Сахна». Коллектив у нас образовался уже как 7 лет назад. Художественный руководитель театра – это Шамиль Джапаров. Но он по своей как бы, профессии, по специальности, он кинорежиссер. Он заканчивал ГИК в Москве. И его основная специальность – это кино. А вот такая идея к нему пришла в конце 90-х, потому что, вы знаете, всегда проблема. Как только снимешь какой-нибудь ролик или какой-то фильм, музыка, всегда нужна музыка. Она как бы она присутствует в любом киноматериале. И проблема постоянно была с музыкантами. Постоянно надо было искать, записывать. И очень много времени уходило на этот поиск хорошей музыки, хороших композиторов, хороших музыкантов. И вот такая идея пришла, взять и создать, как бы при телерадиокомпании «Ордо», создать вот такой коллектив. И все это переросло уже в что-то такое большое, органичное. Шамиль и я, да, вот наша семья, мы выросли в такой очень музыкальной среде, музыкальной, вот из пеленок, постоянно дома артисты, музыканты. Но это, наверное, благодаря нашему дяде, он народный артист, и он один из первых закончил Ташкентское театральное училище, институт театральный, и он первый профессиональный театральный режиссер. Мейрбек Назаралиев. И поэтому нам тоже захотелось продолжить эту традицию. И нам захотелось именно сделать из Ордо Сахны не просто оркестр, опять-таки, да, а именно сделать музыкально такой этнографический театр. Ну, немножко уже с учетом нашего времени. Подбирали команду хороших музыкантов, буквально как бусинка за бусинкой нацеживали, нанизывали на нить и создавали вот этот оркестр. Музыкального руководителя мы выбрали именно Нурлана Нышанова, попросили возглавить именно музыкальную часть, стать маэстро коллективом. Это вот как бы наша вот одна из первых таких побед в организации «Ордо Сахна». Это очень такой талантливый, глубоко дисциплинированный. Это тоже очень немаловажно для музыканта быть дисциплинированным. Очень ответственный музыкант. Мало того, что он как композитор очень талантливый. Хотя он, в принципе, не заканчивал именно по композиции, не заканчивал вузов, у него нет дипломов как композитор. Но, тем не менее, как бы это от Бога. Он пишет прекрасную музыку и аранжирует. Но когда надо, он встает в оркестр, он еще и играет. Прекрасный
исполнитель на духовых инструментах, на джигачковом музе, на темирковом музе. Как бы такие универсальные у нас есть композиторы и музыканты, которые тоже в нашем составе. Но считаю, это такое большое-большое приобретение для нас, что такие очень крепкие, хорошие музыканты, они вот сотрудничают с нашим коллективом с первого дня. Ну, это как человек-оркестр. Он играет на всех ныне существующих фортепианных инструментах. Начиная от хомуза, джигач-хомуз, темир-хомуз. Ну, все инструменты проработал именно по сохранению. Во-первых, он его изготавливает, этот инструмент. Это очень сложно. Это, во-первых, оса-уса такой, это только кустарник, это очень на склонах растет. Это надо его, этот материал взять, потом его надо филигранно, ювелирно все это выточить, настроить. Потом еще звук извлечь. Это, и вот он считается мастер джигач-хомуза. И все инструменты, которые мы играем, сейчас играем вот на его инструментах. И главная проблема – это завоевывать доверие музыкантов, исполнителей. Через это я прошел. Все музыканты очень хорошо играющие. К тому же у них большой опыт, у некоторых из них симфонической музыки, капричанная симфоническая музыка, европейская классика. Конечно, и перед ними я должен бы стоять и руководить. Этими музыкантами, конечно, сначала было трудно. Сейчас коллектив уже состоялся, довольно крепкий. Любую вещь за очень короткий промежуток времени они могут сыграть. Это группа уже единомышленников, это уже команда. Гульжан Карабаева – это великолепный хомузист и мастер именно игры на хомузе. Она еще работает в филармонии, она великолепная хомузистка. С любой точки зрения она очень хороший музыкант, читка отличная, супер. И комус и колкияк у нас для ансамбля довольно тяжелые инструменты. На них очень трудно правильно интонировать, особенно когда играешь в ансамбле. Шамиль Такталиев, он заслуженный артист, но он профессиональный музыкант именно игры на фаготе. Это классический инструмент, он солист симфонического оркестра, также он преподаватель консерватории, но это классический инструмент фагот. Но он очень хороший музыкант, он хороший очень слух, все качества он владеет. И мы сделали предложение и попросили, хотя он ни разу до этого, до вступления в наш коллектив, он ни разу не играл ни с нас обызгани, на чего ничего поры, никогда не имел практику. Вот Нурлан, он же и преподаватель духовых инструментов, ему пришлось его учить владению этих инструментов. Вот. Ну, это, знаете, это все годы ушли на это, чтобы вот Шамиль стал уже первоклассным инструментом, именно освоил все фольклорные инструменты. Мало того, и Темир Хомус еще прибавился к этим духовой группе. Далее у нас молодой, очень такой талантливый тоже музыкант, очень эмоциональный, это Эрлан Барманбаев. Также он закончил школу, играл в Якутском даже оперном театре по классу валторна. Это тоже классический инструмент. Сейчас он играет у нас одних на главных духовых инструментах фольклорных. Играем мы почти на всех народных инструментах. Вот. Все духовые группы инструментов, чопот-чуар, разные виды чуара, сыбызгы. Вот. Недавно ввели еще сурнай, который, кстати, был очень популярным инструментом до революции. Но после 40-х годов уже этот инструмент вышел из обихода музыкального. Сейчас мы возрождаем этот инструмент тоже. Кияк, бас-кияк, это тоже Тинатину Наметалиева. Она закончила консерваторию по классу виолончель. Кияк, бас-кияк, это как бы прадедушка, прабабушка, мы считаем, виолончели. Поэтому, в принципе, много трудов, конечно, не стоило освоить бас-кияк. Здесь только немножко как бы видоизмененная форма и тембр немножко другой у бас-каяка. Ну вот ей приходилось все это осваивать. И звук виолончели сочетается с нашими исконными инструментами, как двухструнный колкияк. Конечно, у нас есть двухструнный традиционный колкияк, также четырехструнный каяк, альт-каяк. Из модернизированных только два инструмента получается. Вот бас-каяк, как виолончель. И альт-каяк. Кеклдукуяк и альт-каяк, ну вот и не знаю, Назар, который действительно заканчивал консерваторию именно по этим инструментам. Вот. Ну и у нас совсем оригинальный, конечно, подход был к ударнику. Это Аслан Исабаев. Вы сами знаете, что он прекрасно как бы консерваторию заканчивал по классу скрипки. Ну и вот такой талант открыл в себе. И прекрасно он сейчас играет у нас на ударных инструментах, на додо-булбасах, на всех шелдераках. Это вот фольклорная группа ударная.
Несмотря на простой вид, кыргызские народные музыкальные инструменты, такие как камуз, темиркамуз, чапачор, чойночор, сыбызгы, добылбас, издают удивительные и несравнимые звучания, через которых можно передать красоту нашей природы, праздничные картины и быт. У нас работает, кроме меня, очень много авторов, например, Талабиши, еще многие-многие, в том числе Руслан Джумабаев, известный хороший камузист, а также композитор. Его композиторское творчество еще, мне кажется, не раскрыто. У него очень хорошие данные композиторские. Мы играем сейчас 3-4 вещи, и сочиненные Русланом. В нашем коллективе он играет такую двойную функцию. Прежде всего, он у нас как композитор. Он приносит первые свои опусы, именно вот этот оркестровый произведение, который принес он в 2000 году, начало. Это вот его первый опус, вообще его сочинительство. И он принес это произведение и попросил, чтобы мы наши музыканты исполнили. И мы для себя его открыли именно тогда, как именно очень хорошего композитора. А так, все прекрасно знают, что Руслан Джумабаев, конечно, это первоклассный комузист на сегодняшнее время. Великий комузист. Сейчас нет таких комузистов из молодых, которые вот перенял наших вот великих комузистов, Асылбек Ишмамбетова, Хоргол Досуева, Шекербек Ширкулова. Они играли очень профессионально, очень на высоком уровне. Вообще, вот в таком же темпе и наш Руслан Джумабаев, он талант. Солисты, конечно, у нас это Бакыт Шатенов, это он чисто фольклорный музыкант, и на каяке играет, и на комузе, и на джигач комузе, и на темир комузе, еще и прекрасный вокал. Это, конечно, это вот чисто фольклорный музыкант. И Дамира Ниязбекова. У нее тоже такой традиционный вокал от природы. Вот она у нас только поет. Ну, вот такой состав. Ну, в основном, конечно, львиная доля – это, конечно, классические музыканты, но которые освоили фольклорные инструменты. Почему именно вот фольклор, да, а не классика? Такой вопрос задают часто. Почему мы не стали заниматься классической музыкой? Ну, мы закончили классические инструменты. Например, если что-то мы хотим, какое-то сказать именно новое, что-то, слово, а мы хотим, и амбиции у нас таковы, мы хотим что-то именно новое открыть миру. И, конечно, классикой далеко мы никого не удивим, тем более мир. Зная, что мы являемся как бы потомками кочевой цивилизации, и это огромная история за нашим народом, за кыргызами, и наши предки сохранили очень много инструментов, которым более несколько веков. Конечно, именно мы обратили взор именно на фольклорные инструменты. И одна из целей наша именно развитие этих инструментов и пропаганда этих инструментов, именно фольклорных. Наши предки после себя не оставили величественных городов и пирамид, но они нам в наследство оставили духовные ценности, которые невозможно сравнить ни с чем. Это наш несравненный эпос Манас. Многочисленные малые эпосы Дастаны, песни, кошоки, кюдля-камуза, тимир-камуза, кылыяка, чора и других оригинальных кыргызских музыкальных инструментов. Именно фольклорный этнографический театр Ордо-Захна, возглавляемый кинорежиссером Шамилем Джапаровым, дарит своим слушателям и зрителям не просто кыргызские наигрыши, а уводит их в сказочное историческое прошлое. Художественный руководитель нашего театра и менеджер, продюсер одновременно у нас Шамиль Джапаров. Я бесконечно благодарен этому человеку, потому что без него этого ансамбля не было. Абсолютно. Он делает очень полезную работу для народа, для культуры нашей. Дает очень хорошие советы, как художественный руководитель. Направление дает и создает атмосферу. Он нам всегда доверяет, он нам всегда создает атмосферу, потому что он бывший музыкант, он все прекрасно понимает, кто как. И что делает? Выпускник Абдараева школы, он играет прекрасно на кларнете, на саксофоне.
Так что у него классическое тоже образование, очень хороший слух у него, и он же духовик по образованию. Поэтому как бы он знает, как общаться с музыкантами, как с композитором, ставить задачи. Прежде чем как приносится новое произведение в коллектив композиторам, он поэтому потом очень долго, еще кропотливо, скрупулезно, вплоть до каждого фразы, до каждого такта. Все это идет обработка, чистка идет этого музыкального материала. А потом только уже внедряем это в коллектив, и уже создается музыка. Но перед этим идет вот такая работа обязательно Шамиля и композитора. Роль моя, я считаю, да, и в основном такой экономическая, финансовая часть коллектива, это содержать надо. Все, конечно, на мне. Я сама музыкант-профессионал. Я закончила музыкальную школу Абдраева, затем закончила консерваторию по классу фортепиано. Я долгое время преподавала музыку детям, игры на фортепиано. Поэтому опять-таки легче с музыкантами общаться, с композиторами и ставить задачи. Почему именно театр такой музыкальный, этнографический и фольклорный? Потому что вот затем, например, час-полтора часа, когда мы делаем концерт, я считаю, чем больше зритель получит информации за этот отрезок, хорошо, он послушает песни, музыки, инструментал он увидит. Но если он еще плюс к этому увидит какие-то образы, символы в виде каких-то танцевальных номеров, если он при этом увидит еще во всей красе кыргызский орнамент, узор, то это получается, и зритель, он увидит больше информации, больше с этого концерта получит. Поэтому мы стараемся свои концерты делать такие более объемные и побольше информации запечатлеть. Поэтому у нас есть танцевальная группа, и опять-таки там с первого дня с нами работает великолепный, сам он как танцор великолепный, но плюс еще он балетмейстер, он очень мыслящий танцор. У нас танцы есть, но это чисто как помощь тому произведению, это метафора, это какой-то символ, это образ, это все помощь зрителю. Что-то, когда он не дослышит в музыке, то когда он здесь видит какие-то движения очень такие органичные, это как символ, образ. И вот танцы такие очень органичные. У нас появилось в репертуаре такое произведение, как «Бакшибий». И просто сама музыка, она просит какого-то пластического еще изображения. Ну, «Бакшибий» — это, вы знаете, это издревле, это танец дербиша. Все это шаманы, да, что-то такое. И это все исполнялось, это ритуальный танец. И вот возник такой номер «Бакшибий», и доктор Бек сам его танцует, пластический номер. В 70-80-х годах, наверное, родители наши помнят, застали Махмуд Эсимбаева. Помните, он танцевал танцы народов мира. Это такие образные, это все на пластике, такие очень энергетические, очень сильные номера были. И это вот, я считаю, это танец «Бакшибий», доктор Бек поставил именно вот в том направлении, в том ключе. Именно вот такой энергетический такой образ, создал образ. Вот. И с этим номером мы покорили, я считаю, буквально японских зрителей. Когда вы были на гастролях в Японии, просто этот номер был такой очень сильным. И как танцор он себя проявил, у него и пластика. Но все же он закончил Ленинградскую школу классического балета. И великолепный танцор. Я считаю, это тоже как бы наши, опять-таки, мы попали в десятку, выбрав именно доктора Бека нашим балетмейстером, нашим танцором. Это, нам как-то, знаете, изначально вот так немножко, не то что везет, а ну, как-то мы попадаем в хорошего балетмейстера, хорошего композитора, музыканта, хороших оркестрантов сейчас. И создалась такая очень хорошая команда. И самое главное, очень хорошая атмосфера в коллективе. Я считаю, это основа основ любого творческого коллектива. На работу приходят, я так чувствую, что музыканты приходят как вот на праздник. Никто никого не раздражает. Они приходят и отдаются полностью искусству. Когда говорят, чем отличается Урдус Ахна от других фольклорных коллективов, прежде всего вот именно вот этим отношением друг к другу. Очень теплые, очень добрые. И я даже уже, мы перешагнули такую же другую стадию. Мы уже как семья. Можно гордостью сказать, конечно, что коллектив уже достиг очень высокий уровень уже в своем профессиональном отношении. В настоящее время наши традиционные музыканты и певцы востребованы во всем мире. Возрастает интерес стран Запада к традиционному искусству народов Азии. Ведь именно традиционное искусство отражает внутренний мир, философию, социальное положение, историю народа.
Размышления о бренном мире, мечты и чаяния народа звучат в музыкальных творениях, оставленные нам великими акынами, певцами и композиторами, являющимися посредниками между прошлым, будущим и настоящим. Как новый музыкальный язык, конечно, это новый должно быть какая-то эстетика и в костюмах, потому что в 30-х годах и эстетика пошла такая, знаете, какие-то такие неимоверные, ядовитые, яркие цвета костюмов, что такое яркое. Орнамент, по большому счету, наш, исконный, он все исчезло, такое клише пошло. Это люрикс, яркие цвета, эти огромные кулер. И знаете, на протяжении 70 лет вот одно и то же, ничего не меняется. Поэтому мы не скафнили, мы взяли и создали свое, как мы представляем, как мы это чувствуем. И поэтому эстетика костюмов у нас сразу кардинально отличается от нынешней кыргызского фольк-костюма, такого новоявленного фольк-костюма. Поэтому мы отказались полностью от синтетических тканей, да. Это все фотографии, создавались костюмы по фотографиям, сделанных в конце 20-х годов, Антипина еще фотографии, какие-то зарисовки, силуэты чапанов, шапок, это все мы не выдумывали, мы именно исходили из истории, и вот как оно было, и мы просто воспроизвели это. Это все натурально, это кожа, войлок, шерсть, такое все сукно. Ни одной вышивки машины тоже нет, все ручная вышивка. У нас есть кошетеки, ну как вот наши бабушки в древности, когда бы она эти рюшки шила, на чем бы, да? Первый раз коллектив вышел как бы на широкую публику, очень много было критики именно костюму. И все обвиняли, что это вообще какие-то монгольские костюмы или там какие-то татарские костюмы, что угодно говорили, но они не воспринимали это кыргызскими костюмами, считали. Вот. И были такая, была, я считаю, незаслуженная критика, потому что все это с истории, все это мы воспроизводили, а вот такая критика была незаслуженная. Вот. Ну, все это, как бы, говорят, время, хороший лекарь. Сейчас я смотрю, все это воспринимается очень нормально. Коллектив Ордо Захна накопил определенный опыт воссоздания народной музыки, находясь в постоянном поиске, смело экспериментируя. В итоге были реализованы новые идеи – музыка в стиле фольк-джаз. Поскольку все создается в наше время, конечно, с элементами нынешней современной. Ну, мы уже пытаемся омолаживать фольклор. Но это как бы тоже, опять-таки, не самоцель, вот, а современный фольклор – это наша задача Ордо Сахна. Нет, наряду с такими произведениями, с ритмами фольк-джаза. Мы пытались даже играть европейскую классику, и у нас неплохо получилось. А также вот с недавних пор мы работаем в таком жанре играть как бы музыку разных народов. У нас, например, вот совсем скоро выйдет третий диск. Там вы услышите монгольскую музыку, русскую. В Париже мы ездили туда на фестиваль. Фестиваль назывался «Культура Центральной Азии». Как обычно бывает в фестивалях, дается ограниченное время выступления каждому коллективу – 20-25 минут. Выступили мы хорошо, очень хорошо приняли нас. После выступления подошла к нам арт-менеджер французского радио и предложила нам дать концерт на небольшой концертной площадке. Мы, естественно, согласились, и на следующий день мы сыграли полный концерт. И для этой поездки мы специально готовились. Мы сыграли произведение французского композитора «Сен-Санса Лебедь». Расписал для наших инструментов и аранжировал это произведение Нурлан Нышанов. Произведение начинается соло Темир Комузов и Комузов, и сопровождение хора на баскияке сыграла я соло. Очень хорошо приняли наш концерт. После концерта подходили слушатели, смотрели наши инструменты, костюмы и удивлялись, что можно сыграть мировую классику на наших инструментах. После концерта приходят, смотрят наш инструмент, пытаются играть. Нас просят, чтобы мы сыграли еще раз вот так. Ну, для нас тоже это гордость.
конечно, что кыргызский народ, это, честно говоря, великий народ, что сохранил именно вот эти все инструменты от начала Манаса до наших вот этих комус, вот эти кюю наши. Мы были в Японии, мы представляли культурную программу в Экспо 2005. Были мы там около 20 дней и каждый день давали концерты, иногда и по два, в разных городах и провинциях Японии. Японцы нас полюбили, мы им очень понравились. И были слушатели, которые из города в город приезжали за нами, чтобы снова услышать нас. То есть образовался фанат группы нашего коллектива. Еще уникальный случай был в конце поездки. Мы удостоились чести сыграть перед принцессой Японии, Саяко. Ей очень понравились мы. Очень много теплых слов, пожеланий сказала нам. Подошла и каждому музыканту пожала руки. Мы тогда поняли, что через музыка и фольклор является одним из языков дипломатии. То есть через наше искусство мир узнает Кыргызстан поближе. В американском городке Джексон-Холл, находящийся в горном штате Вайоминг, ансамбль исполнил на кыргызских музыкальных инструментах ковбойскую мелодию «Мустанг» и шлягер 50-х годов в память о Фрэнке Синатре. Когда прозвучал шлягер, потрясенные американцы вместе с артистами стали петь знакомую мелодию. Не в этом ли чудодейственная сила музыки? Проводили саммит горных государств, и приехал организатор какого-то фестиваля американского Вайоминга горных государств. И она вот облюбовала наш коллектив, мы очень понравились ей, и она организовала такой, но это получилось даже не как фестиваль, а как Дни культуры Кыргызстана в штате Вайоминге. И вот сам подход, он такой был неординарный, что мне вот, нас всех поразило. Как мы только прилетели в аэропорт Вайоминга, это такой небольшой город, 15 тысяч населения такой, но я считаю, такой даже элитный город. Как только мы шагнули с трапа, везде растяжки наших кыргызских узоров, орнаментов. И город весь буквально был в этих растяжках кыргызского орнамента, узора. Это так здорово было. И здесь мы попали в такой кыргыз айылы. И вот мы готовили там бешбармак на костре, в казане. Мы повезли свой самовар, мы чай, хурма-чай делали. И они бурсоки жарили. Это все в рамках фестиваля проходило. Детки маленькие, где-то лет 7-8, захотели петь кыргызские песни, захотели танцевать. Вот доктор Берг там что-то ставил, какой-то танец кыргызский, бешаргай делали. Мы разучили с ними две кыргызские песни. И они с таким удовольствием это все делали. Танцевали кыргызские, американские детки танцевали и пели кыргызские песни. Ну, знаете, это все так тепло и с большой любовью сделано. Это был фестиваль, он остался. Да, далее мастер-класс проводили. Дильбара Шамбаева, она вышивала и кыргызские орнаменты, приходили, все это учились делать. Чопа-чоры делали, юхач-хомузы пытались там с глины. Отсюда вывозили глину и лепили. Все приходили, все это. Мастер юрты Мекен, он тоже ездил, выставлял свои юрты. Он, опять-таки, вместе с американцами помогали, строили юрту, украшали. Тогда мы познакомились с очень известным коллективом, тоже фольклорный коллектив под руководством Дэрил Энгар. Вот мы играли совместно. Они играли кыргызскую мелодию на своих инструментах, а мы играли американскую мелодию. И все это сейшн такой был, 2-3 номера мы подготовили совместно. И опять-таки общение наших музыкантов с другими музыкантами, это все не бесследно проходит, и каждому, поэтому после каждого такого общения музыкального музыкант просто растет на глазах, перенимает что-то новое. Или такой момент очень был как бы для меня удивительный, что там великолепный какой-то музыкант, виолончелист, мы спели песню «Ах, кептер», вышел за кулисы, буквально через 3 минуты он эту тему уловил, и тут же делает импровизацию наш «Ах, кептерим», и говорит, я возьму эту мелодию, мне очень понравилась, она его затронула. И я, говорит, эту мелодию возьму в свой репертуар, он сделал прекрасные вариации, и вот он сейчас, может, где-то играет наш «Ах, кептерим» на своем инструменте. Вот такие взаимопроникновенные культур просто мы ощутили себя, и мы поняли, что музыка – это
как дипломатия. А также вот с французским джазовым коллективом. Ну, казалось, что может сравнить этот джазовый квартет саксофонистов? И мы фольклор. Вы знаете, очень много соприкосновений. Было великолепно, был концерт совместный французский джаза с фольклором кыргызским. Ну, около 10 или около 12 фестивалей мы уже побывали. И в Турции, и в Корее, юг Франции. Это город Дижон фестиваль был незабываемый для нас тоже. В Париже уже другой фестиваль, он посвящен Дню культуры Центральной Азии. Мы уже представляли культуру Кыргызстана. Дни культуры Кыргызстана в Москве. И знаете, то, что нас действительно чиновники восприняли нас уже, как бы приняли, да, в свои ряды, я не знаю как. Вот. И вот то, что концерт был всего лишь полтора часа в Москве, и вот у нас всего лишь было 17 музыкантов с танцорами все вместе, да, Ордус Ахна. Нам дали 40 минут, только Ордус Ахна, мы открывали этот концерт. 40 минут только наши номера были. А далее уже там человек 40, выходил уже Хармудо Розы, солисты. Ну, они 30 минут, все остальное, но больше половины концерта именно поручили нашему коллективу. Я считаю, что это как бы такое уже как бы признание. Наш коллектив, наши труда. И восприятие именно московских зрителей, а это очень высокоинтеллектуальный зритель московский. И такое теплое и на ура встретили нас. Это опять-таки как бы вот такое признание идет. Задача такая была номер один в этом диске первом. Называется она «Музыка легенд». И на обложке мы избрали именно инструмент, это джигач хомус, более 4000 лет. Это один из первых инструментов, вообще первобытный человек начал, наверное, первый играть с этого инструмента, джигач хомус. И мы создаем такой песенный, совсем песенный диск. Называется он «Песня кочевника». Здесь вошло 14 песен, и знаете как, от обрядовых и до песен популярных 70-х годов. И «Малый Дастан» есть. Здесь и кушок есть. Ценность для нас этого диска – это то, что мы смогли пригласить, смогли поработать, посотрудничать с нашими корифеями. Это Ашыралай Талиев, это Асек Джумабаев, это Орозбек Кутманалиев, это сказительница кушоков, народная сказительница из Таласа Сусар Апа. К огромному сожалению, некоторых из них уже нет с нами. Но их голоса будут еще долго звучать, служа примером для будущих поколений. Ведь уникальные наследия кыргызской культуры, находящиеся в этих дисках, вошли в золотой фонд национальной телерадиокомпании. Наш коллектив «Ордус Ахна» попал в вот такой очень диск. Он выпускается в Италии, в Милане. Называется он «Популярная Азия». И вот наряду с таджикскими, туркменскими, казахскими, узбекскими музыкантами, фольклористами. И вот наш «Ордус Ахна» тоже песня «Сарой», она попала в этот популярный диск. И вот сейчас она это широко как бы распространяется по Европе. Сейчас одна из целей – аутентичную музыку фольклорную создать, именно архаику. Впереди вот, очень огромная работа стоит перед нами, задача. Это новый проект под названием «Кайберин», он будет называться. И вот этот целый проект, он будет весь аутентичный, весь архаичный. Это те мелодии, которые, ну, вообще они не играны, они вот в архивах эти мелодии стоят, лежат. И вот сейчас мы их берем, как сдуваем с них пыль, вот, и вот целая такая будет целая программа. Это мелодия древняя, да, она еще, она очень сложна для игры музыкантам. В ней, это не просто мелодия, да, вот казалось бы, мелодия, что играй, в ней еще это как код. В ней такая заложена энергетика сильная. И вот наши сейчас музыканты столкнулись с этой, не то что проблемой, а вот с этим именно явлением, это я считаю явление. Вот это же бахшиби, это основа, вот это очень архаичная мелодия. Вот просто музыканты, когда играют это произведение в конце, они же прям вот так, вот терчагата, вот они же прям вот вздыхают. Это очень много энергетически эта мелодия просто забирает с музыкантов. Новые проекты есть впереди. Это и Тогузак проект. Всем очень нравится, до сих пор какая-то ностальгия. Может быть, Тогузак 2, что-то в таком роде. Также видеоклипы, но только уже более другого направления, но также основан на фольклоре. Года 4 назад создали музыку и хотим сделать крупную постановку. Это, наверное, в Кыргызстане первый это будет фольк, рок, балет. Называется он будет... Ну, пока такое рабочее название «Золотой шаман». Хочу сказать, вот сегодня ваша
программе как бы такую, выразить такую благодарность, потому что, вы знаете, нашим коллективом, да, уже вот почти 8-й год уже, а вот первое такое публичное выступление на телевидении, на КТРе, вот сегодня первое. Хотя наша музыка, она звучит на КТРе последние 6-7 лет, она звучит. Но мы, Ордус Ахна, мы остались за кадром. Очень отрадно, что очень многие коллективы танцевальные, они уже поставили целые композиции, целые танцы. Детские коллективы, взрослые коллективы. Джалабадский танцевальный коллектив танцует под нашу музыку, под нашу фонограмму. Но это все очень приятно, отрадно. Каждое последующее выступление фольклорно-этнографического театра «Ордус Ахна» проходит ярко и вдохновенно, сея в душу каждого любителя музыки зерно доброты, ведь добро порождает добро. И мы, в свою очередь, этому талантливому коллективу желаем доброго пути в осуществлении творческих планов, умножая число поклонников искусства театра «Ордус Ахна».